штурмовик, рабочая лошадка всех локальных войн и военных конфликтов. Например, во время ближневосточных конфликтов на советском штурмовике Су-25 совершалось до 8 боевых вылетов в день. Его исключительная надежность практически исключила предполетную подготовку. Су-25 только заливали горючее и в бой. Су-25 по праву называют летающий танк. Легендарная живучесть штурмовика стала хрестоматийной. Удивительно, но первоначальный вердикт на разработку УКБ «Сухой» многоцелевой штурмовик был однозначным. Такой самолет советской армии не нужен. ЦК КПСС немедленно прекратило финансирование данного проекта. Разработку и окончательную доводку Су-25 делали нелегально, под руководством Владимира Бабака. Но уже буквально через несколько лет штурмовик Су-25 был востребован как основное ударное средство в Афганистане. Полетную подготовку. Су-25 только заливали горючее и в бой. Су-25 по праву называют летающий танк. Легендарная живучесть штурмовика стала хрестоматийной. Удивительно, но первоначальный вердикт на разработку УКБ «Сухой» штурмовик – рабочая лошадка всех локальных войн и военных конфликтов. Например, во время ближневосточных конфликтов на советском штурмовике Су-25 совершалось до 8 боевых вылетов в день. Его исключительная надежность практически исключила. Уже буквально через несколько лет штурмовик Су-25 был востребован как основное ударное средство в Афганистане. Многоцелевой штурмовик был однозначным. Такой самолет советской армии не нужен. ЦК КПСС немедленно прекратило финансирование данного проекта. Разработку и окончательную доводку Су-25 делали нелегально, под руководством Владимира Бабака.